В городском округе Люберцы прошла акция «Посади свое дерево Победы» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители поселка Красково приняли участие и высадили более 300 деревьев. Подробности в сюжете. С самого утра с хорошим настроением и песнями военных лет жители Красково вышли облагородить центральную набережную. Дети и взрослые сажали деревья в память об участниках Великой Отечественной войны. Каждый саженец украшали георгиевской ленточкой. Мы сегодня занимаемся посадкой деревьев в честь Великого дня, Дня Победы. Мы рады, что этот день у нас есть, что наши предки добились победы, и мы сейчас можем жить. Мы хотим сказать, что вы жили все счастливо. Мы отдаем дань как бы нашим дедам, бабушкам, которые воевали. Ну и на будущее, чтобы вы помнили дети, вот, которые подрастающие наше поколение. Каждый, кто сажает деревья, понимает, что это не только патриотично. Теперь любимое место для прогулок красковчан стало зеленее на 350 саженцев. Березы, ели и дубы украсили аллею. А на будущий год планируется благоустройство набережной. В дальнейшем будем следить за этим парком, который начинает преображаться. И, конечно же, на этом месте в последующем мы сделаем такой мемориальный комплекс «Парк Победы». Всех с Днем Победы, всем хорошего настроения, мирного неба над головой. Хочу всех поздравить с великим праздником, с Днем Великой Победы. И именно к этому дню мы приурочили нашу посадку. У всех жителей была возможность посадить свое дерево Победы. В этой акции благодарны приняло очень большое количество жителей, молодежи, детей, бойцов СВО, их семей. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.